Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем лепить вот такого злого фиолетового миньона. Для этого вам понадобится кусок картона или доска для лепки. Я сегодня буду лепить, как обычно, из мягкого пластилина. Этот пластилин сделан на растительных компонентах. Это товары компании Эрих Краузе, выпускается под брендом Artberry. Бывает он в упаковке из 12 штук, а также он выпускается в упаковке из 6. Но что очень удобно, он выпускается вот в таких вот брусочках. То есть вы можете выбрать именно те цвета, которые вам нужны. Производится этот пластилин в России. Итак, сегодня нам понадобится один брусочек розового, один брусочек белого. Также нам понадобится брусочек черного, один брусочек синего и небольшой кусочек вот такого серого цвета. Также нам понадобится цилиндр, ну или скалка, ну и, конечно же, стек. Для того, чтобы получить фиолетовый цвет, мы берем розовый брусочек и половину синего брусочка. Синий брусочек мы делим пополам. Берем первый кусочек, ну а теперь начинаем смешивать. Если вы чувствуете, что вам понадобится еще немного синего, вы просто его добавляете. Ну а теперь все хорошенько смешиваем. В итоге у вас должен был получиться вот такой фиолетовый цвет. Отщипываем небольшой кусочек, он нам понадобится для прически. Откладываем ненадолго, опять отщипываем небольшой кусочек. Этот кусочек понадобится для рук. Теперь эти два кусочка разминаем, раскатываем из них шарики. Потом из маленького шарика раскатываем тоненькую колбаску, а из большого шарика раскатываем колбаску побольше. Вот что в итоге должно было у вас получиться. Вот эту колбаску ненадолго откладываем, лишний кусочек убираем. У этой колбаски нам нужно выровнять верх. Выравниваем вот так вот на картоне, сильно надавливая. К верхней части мы будем прикреплять волосы. Если есть неровности, поправляйте их пальчиком. Ненадолго откладываем, берем черный кусочек пластилина, хорошенько его разминаем и раскатываем шар. Теперь этот шарик не сильно сплющиваем, вот так, и присоединяем к нижней части, вот это верхняя, а вот это нижняя, сильно надавливая. Все хорошенько начинаем вот так вот разглаживать по кругу пальчиком. Нам остается нижнюю часть выровнять на картоне, выравниваем вот так вот, сильно надавливая. Если у вас есть неровности, разглаживайте их пальчиком. Откладываем ненадолго, берем черный кусочек пластилина, хорошенько его разминаем и раскатываем в ладошках шар. Этот шар теперь сплющиваем, по краям вытягиваем немного. Берем цилиндр и на картоне раскатываем тонкий пласт. Нам остается этот пласт разделить пополам. Вот так вначале отмечаем линию, потом на картоне отрезаем. Далее от каждой из этих половинок отрезаем одну полоску от одной половинки и вторую полоску от второй. У вас должно получиться две одинаковых полоски. Из этого кусочка мы отрезаем два прямоугольника. Первый и второй. Итак, вот эти две полоски и два прямоугольника мы сейчас вырезаем. Конечно, это удобнее делать на картоне. Две полоски и два прямоугольника мы вырезали. Также самостоятельно вырежьте вот такой кармашек. Теперь берем первый прямоугольник и присоединяем вот в этой части, слегка надавливая пальчиком. Нижнюю часть этого прямоугольника мы разглаживаем пальчиком. Ну и все хорошенько поправляем. Теперь с другой стороны присоединяем второй прямоугольник.
Нам остается присоединить кармашек. Присоединяем ровно посерединке. Комбинезон миньона почти готов, осталось совсем чуть-чуть. Берем первую полоску и присоединяем ее, слегка надавливая и поворачивая. Лишний кусочек отщипываем. Первая лямка комбинезона готова. Точно так же самостоятельно присоедините вторую. Вот что в итоге должно было у вас получиться. Ненадолго откладываем. Берем вот этот кусочек черного, отщипываем от него небольшой кусочек, вот такой он нам понадобится для зрачков. Отщипываем кусочек побольше. Этот кусочек нам понадобится для ремешка очков. Ну а этот кусочек хорошенько разминаем, раскатываем в ладошках шар, а потом колбаску. Эту колбаску нам нужно разделить на 4 части. Сначала делим ее пополам, потом каждую из этих половинок делим еще раз пополам. Каждый из этих кусочков раскатываем в шарики, а потом в небольшие колбаски. Вот эти 4 небольшие колбаски. Берем 2 и вот таким вот образом присоединяем. Это получается ножка со штаниной. Поправляем. Первая ножка со штаниной готова. Точно так же делаем вторую. Вот такие ножки должны были получиться. Откладываем их ненадолго. Берем белый кусочек пластилина, раскатываем шарик, а потом на картоне небольшую колбаску. Делим эту колбаску пополам. Потом из этих половинок раскатываем 2 одинаковых шарика. Один шарик откладываем, первый шарик сплющиваем. Ну, если надо, поправляем. Точно так же сплющиваем второй. Тут самое главное, чтобы эти лепешки получились одинаковые. Если надо, поправляйте. Вот что должно было у вас получиться. Ненадолго откладываем. Берем маленький кусочек черного и раскатываем из него колбаску. Делим эту колбаску пополам. И тоже из этих половинок раскатываем 2 маленьких шарика. Вот такие. Берем первый шарик и присоединяем к серединке белой лепешки, сильно надавливая. Первый глаз готов. Точно так же делаем второй. Глазки наши готовы, ненадолго их откладываем. Берем небольшой кусочек серого, хорошенько его разминаем, раскатываем шар, а потом на картоне тоненькую колбаску. Берем стек и делим эту колбаску пополам. Берем первую половинку и вот так начинаем ее сплющивать. Тут самое главное, вы не торопитесь, потому что колбаска тоненькая, она может порваться. Первая полоска готова, берем глаз и начинаем аккуратно вот так вот этот глаз как бы заворачивать в эту полоску. Серая полоска — это оправа очков. Если останется лишний кусочек, вы всегда его можете отщипнуть. Линию соединения разглаживаем хорошенько пальчиком.
Первый глаз готов, второй вы сделаете самостоятельно. Нам остается эти два глаза в оправе присоединить. Берем тело миньона. В этой части у нас будет ротик, глаза будут наверху. Присоединяем первый глаз аккуратно. Надавливаем по краям. Рядышком присоединяем второй. Все хорошенько поправляем. Вот что должно было получиться. Ненадолго откладываем. Берем черный кусочек, разминаем, раскатываем из него шарик, а потом тоненькую длинную колбаску. Нам остается эту колбаску присоединить. Присоединять ее будем вот так вот по кругу. Сильно надавливая вот так пальчиком, колбаску эту по кругу, аккуратненько надавливая, присоединяем. Тут самое главное, вы не торопитесь, и у вас все получится. Вот такой ремешок для очков должен был у вас получиться. Пришло время вырезать рот. Он у нас злой, этот миньон, поэтому рот будем вырезать вот таким вот образом. Теперь стеком аккуратно его раздвигаем. Потом все неровности мы разгладим пальчиком. Ротик готов, пришло время заняться зубами. Для этого берем небольшой кусочек белого, вот такой. Хорошенько его разминаем, раскатываем шарик, а потом на картоне длинную тоненькую колбаску. От этой колбаски стеком отрезаем небольшой кусочек. Теперь его на картоне немного раскатываем. Вот такой первый зуб. Присоединяем вот таким вот образом, вставляем вовнутрь и приподнимаем, вот так надавливаем. Первый зуб готов. Отрезаем второй кусочек. И точно так же этот кусочек раскатываем сначала на картоне, а потом присоединяем. Зубы у этого миньона неровные, поэтому они могут быть и больше, и меньше. Дальше вы уже самостоятельно присоедините другие зубки. Вот такие зубы должны были получиться. Как видите, лицо сразу стало злым и страшным. Теперь займемся руками. Для этого вот эту колбаску сначала измеряем вот так вот, длину руки. Теперь стеком отрезаем первый кусочек и точно такой же второй. Ну а теперь линию отреза вы хорошенько разгладьте пальчиком у первой половинки и у второй. Вот такие две руки должны были получиться. Теперь займемся пальцами. Для этого берем черный кусочек пластилина и раскатываем из него длинную тоненькую колбаску. От этой колбаски стеком нам нужно отрезать 8 вот такие вот одинаковые полоски. Когда вы их отрежете, каждую из этих полосок подровняйте на картоне. Вот эти 8 полосок, берем 2 и из них раскатываем 2 одинаковых шарика. Теперь к первому шарику присоединяем 3 полоски вот таким вот образом. Ладошка с пальчиками готова, осталось ее присоединить вот так вот, немного надавливая к руке. Нижнюю часть руки вот так вот заворачиваем. Нам остается эту руку присоединить. Вот так вот сильно надавливая ее, присоединяем. Точно так же вы самостоятельно слепите вторую руку и присоедините ее. Тут, в принципе, ничего сложного. Миньон почти готов, осталось совсем чуть-чуть. Сейчас мы с вами займемся прической. Для этого берем фиолетовый кусочек,
отщипываем от него маленький кусочек, хорошенько его разминаем, раскатываем шарик, а потом тоненькую маленькую колбаску. Опять отщипываем кусочек и точно так же раскатываем маленькую колбаску. Вам нужно раскатать много маленьких колбасок. Вот эти колбаски, осталось их присоединить. Присоединяем вот так вот. Первую колбаску надавливая, присоединяем, рядышком присоединяем вторую. Тут самое главное, не торопитесь. Вот таким вот образом, по кругу, колбаску за колбаской, вы присоединяете аккуратненько. Вот такие волосы должны были получиться. Если хотите, вы можете сделать их с наклоном, например, влево. Ну или оставить как есть. То есть здесь как вам больше нравится. Нам осталось присоединить ноги. Берем первую ногу и присоединяем вот таким вот образом, сильно надавливая. Точно так же присоединяем вторую. Вот такой злой фиолетовый миньон должен был сегодня у вас получиться. На этом все. Желаю вам удачи!